пить или не пить? Кто сделал смертельно опасный подарок жителям Лежнева? Это причинение смерти по неосторожности. Кто ответит за нелепую смерть? И можно ли на глаз определить фальсификат? Держитесь, люди, скоро лето. Почему отключили котельную в ШУИ? И кто заплатит по счетам швейной фабрики? Первая зимняя зорница, депутатская ностальгия и амбиции современных кадетов. Конечно, участие тоже хорошо, но победа важнее. Вместе весело шагать, как в мороз поется и маршируется.